Я приветствую всех на телеканале «Беларусь 4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре 15 марта, четверг. Здравствуйте, добрый вечер. Друзья, нашу программу открыло выступление замечательного коллектива замечательных музыкантов. Оркестр Гомельского государственного цирка, художественный руководитель и дирижер Валерий Гринкевич. Ваши аплодисменты. Цирк. Это особый мир, в котором хорошо всем и взрослым, и детям, и каждый будет смеяться от души. А смех, как мы с вами знаем, продлевает жизнь и делает нашу жизнь гораздо прекраснее. Этим добрым вечером, друзья, будем говорить о цирке и встретимся с теми людьми, с теми волшебниками, которые дарят нам это счастье и этот праздник. Мы готовы к общению с вами. Телефон прямого эфира, как всегда, располагается на ваших экранах. Изучайте его и набирайте, звоните к нам в студию. Ну а также к вашим вопросам и сообщениям готов наш Вайбер. Его координаты также видны на вашем экране. За что вы любите цирк? Такой вопрос нашего сегодняшнего вечера. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Мы начинаем. Итак, слово «цирк» наполняет душу предвкушением радости, ну и, конечно же, веселья. Нас завораживают эти яркие огни прожекторов, ловкость акробатов. Тут зрители наблюдают за безграничными возможностями человеческого тела и чудесами, которые происходят на манеже. Ну а дети с замиранием сердца следят за фокусниками, а потом долго-долго пытаются разгадать, в чем же секрет и как у них так получается. Да, 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 это магия цирка. Об этом сегодня не только поговорим. Друзья, я с огромной радостью спешу пригласить моих гостей, которых, признаю честно, ждал с особым трепетом, волнением и ваши аплодисменты. Генеральный директор Гомельского государственного цирка Яков Михайлович Лобович и художественный руководитель и дирижер оркестра Валерий Александрович Гринкевич. Здравствуйте! Рад вас видеть! Здравствуйте! Огромное спасибо, что в ваших плотных графиках нашли время прийти к нам в студию этим добрым вечером. Вот что-то у меня уже посыпалось из сценария, но ничего страшного. Лишь бы не опилки. Говорить сегодня будем о цирке и не только. Все знают это прекрасное здание в центре города, которое является одним из важнейших символов. Вот как в Париже Эйфелева башня, у нас цирк. Но, вы знаете, долго думал, с какого бы вопроса начать нашу беседу. Вы знаете, Яков Михайлович, вот есть такое выражение: театр начинается с вешалки. Если перенести на цирк, вот с чего же начинается цирк? Цирк начинается, на мой взгляд, с ожидания. Ожидания встречи с чем-то, как вы сказали, с чем-то добрым, с чем-то магическим, с тем, что будет привлекать зрителей. Если говорить обычным языком, то по выражению Станиславского, да, действительно, театр начинается с вешалки, ну а цирк начинается, опять-таки, с нашего фойе. Начинается с контролеров, которые встречают, начинается с тех гардеробщиц, которые раздевают, с тех контролеров, которые усаживают. И опять-таки начинается в предвкушении чего-то необычного, зрелища. Вот с чего начинается цирк. По-моему, для каждого, и для взрослого, и для ребенка цирк – это, ну, пожалуй, одно из немногих учреждений развлекательного формата чудес, где, ну, вот сколько бы человеку лет не было, хоть 7, хоть 70, он придет в цирк в ожидании чего-то вот… вот. Скажите, а вы помните ваши первые впечатления, когда сами впервые попали в цирк? Конечно. В каком возрасте это было, если не секрет? Нет, это не секрет, это было в достаточно юном возрасте. Первый раз я посмотрел представление в передвижном цирке. Он располагался как раз на месте нынешнего здания облсполкома. Привозил его несколько лет подряд в цирк передвижной Шапито. Потом он впоследствии стал нашим первым директором, Владимир Иванович Макаров. Это было действительно очень какое-то, ну, как и обычно, у детей возникает такое вот непередаваемое ощущение чего-то необычного, чего-то непонятного. И, естественно, какое-то восхищение от того, что вот как это все получается, как это все делается. Ну, а то, что вот вы сказали, что каждый приходит в цирк, вне зависимости от возраста, ребенок он или взрослый, и он ожидает чего-то, абсолютно с вами согласен. Почему? Потому что цирк – это, ну, в общем-то, то, во что мы верим. Ведь в каждом возрасте, в любом, мы все верим в сказку. Мы все верим в то, что вот дальше будет лучше, что будет что-то доброе, что что-то вот произойдет хорошее. Ну, а это независимо от возраста. Это и ребенок, и взрослый, мы все верим в чудо. И это чудо можно чуть ли не на ощупь увидеть в цирке, пощупать своими руками. У нас
не хочу обижать никакой из видов искусств. Все искусства, в общем-то, так сказать, имеют свою ценность. Но, на мой взгляд, цирк – это самое искреннее искусство. Почему? Потому что в цирке невозможно сделать, скажем, дубль. В цирке невозможно спеть по фонограмму. В цирке невозможно, как, скажем, в театре, при всем моем уважении к театру, невозможно уйти в кулисы. Цирк – вот круглая площадка. Собственно, слово «цирк» – это круг, циркус. И в цирке, если ты что-то умеешь, то ты показываешь. Если ты не умеешь, то лучше не выходить туда. И это самое искреннее искусство, которое можно увидеть воочию вот здесь и сейчас. Ну вот, видимо, этим он и привлекателен. Та цирковая программа, которую вот вы впервые увидели, когда познакомились еще в юном возрасте, и цирк сегодняшний. Ну, понятное дело, что технологии растут, что-то поменялось. Концепция сама, на ваш взгляд, изменилась? Идеология, если можно так сказать, цирковая. Ну, я бы сказал так. Да, действительно, есть какие-то, так сказать, новации, есть какие-то новшества. И, естественно, что цирк идет, пытается идти в ногу со временем. И, на мой взгляд, сама по себе концепция цирка, она не то чтобы видоизменилась, она дает возможность просто увидеть то, чего не увидишь в обычной жизни. То есть, как говорил великий Карандаш, цирк – это логичен сам по своей сути. Ведь вы же нигде не увидите, чтобы человек ходил на руках. Конечно. Это только можно увидеть в цирке. Это было бы в реальной жизни, совершенно это было понятно. Бы более то же чем самое, странно. Вы никогда не увидите, чтобы животное прыгало через огонь где-то в природе. Оно его боится. В цирке это все можно увидеть, потому что он, еще раз повторюсь, цирк сам по себе, по природе, он по своей, он алогичен. Он дает возможность увидеть то, чего нет в обычной жизни. А концепция цирка, она не призвана удивлять, потому что в то время когда-то, да, в детстве это было, ну, наверное, удивление. С учетом сегодняшних технологий, нанотехнологий, с учетом информационного поля, которое есть, ну, невозможно сейчас удивлять. И цирк не призван удивлять, он призван вот давать возможность отдохнуть, получить заряд бодрости, энергии, заряд того, что вот, в общем-то, это действительно яркое, невызываемое впечатление, которое остается с человеком. Вот где-то так. Вот Гомелю, наверное, в какой-то степени очень-очень повезло среди остальных других городов Беларуси, потому что вот в Минске и в Гомеле только существует свое здание цирка. Может, есть какое-то объяснение, почему именно мы? Есть объяснение, ну, наверное, потому что мы в Гомеле родились и выросли, потому что Гомель этого заслуживает. Но на самом деле это была предыстория или история такова. Для того, чтобы построить стационарный цирк, стационарное здание, необходимо было иметь население порядка 500 тысяч человек. Такие были параметры в то время. Точно так же, как, скажем, метро построить, надо, чтобы был миллионник город. Не меньше миллиона, да. Да. Точно так же в Гомеле должно было 500 тысяч быть. Удалось это доказать. А решение принималось на уровне ЦК КПСС в Москве. Как это сделали бывшие градоначальники в лице Константина Алексеевича Михальченко. Он был председателем горисполкома в то время. И Михаил Федорович Бородич, первый секретарь горкома партии. Как они поехали в Москву, как они смогли убедить, и как они смогли нарисовать эти цифры в то время, когда в Гомеле было... Ну, когда цирк открылся в 72 году, 2 декабря, Гомель насчитывал по статистике 283 тысячи населения всего. А начали его строить в 66 году. Как они доказали, как они сделали, тайна за семью печатями. Ну, это цирк. Давайте им поаплодируем за это. Все-таки доказали, вполне. И теперь благодаря тем историческим событиям наш город, единственный из областных центров, имеет цирк. Хотя, да. Если копнуть историю, то когда-то на месте нынешнего центрального рынка располагалось, да, деревянное здание цирка. Не совсем деревянное, там было шапито, полудеревянное такое, скажем, полушапито. Павел Слободчиков когда-то его построил, Слободов, простите. Это было в конце 90-х годов, аж 19 века. Вот. Затем здание цирка деревянное было на улице Комсомольской, нынешний уже проспект Ленина, в районе, вот там, где сейчас у нас стоматологическая поликлиника областная. Там было это деревянное здание, и где-то в 37-м году его разделили, сделали там Белорусский театр, драматический театр номер 3. И одновременно работал и цирк, и работал там театр. Ну, началась война, здание сгорело. С тех пор, после войны, приезжали только цирки шапито передвижные.
Но слава богу, что все так завершилось и продолжается эта история. И вы знаете, хотелось бы прямо сейчас к нашему разговору подключить и наших зрителей. Я напомню, что вопрос нашего вайбера: за что же вы любите цирк? Делитесь своими впечатлениями. Когда вы ходили в цирк крайний раз, что вас больше впечатлило и что вы ожидаете от современного цирка? Впереди еще много интересного. Ну, а также, вы знаете, я думаю, подошло самое время задать вопрос нашего эфира. У меня в руках два пригласительных билета на представление, которое стартует 17 марта на арене Гомельского государственного цирка. Кто-то из вас попадет на это представление, но, друзья, нужно ответить на вопрос. Вопрос у меня следующий. Проект здания цирка был предназначен для постройки в 6 городах Советского Союза. А теперь, внимание, что это за 6 городов? Я напоминаю и акцентирую ваше внимание, что ваши ответы принимаются не в Viber, а звоните к нам в студию, подключайтесь к нашей беседе и попытайтесь правильно ответить на наш вопрос. Проект здания цирка был предназначен для постройки в 6 городах Советского Союза. Назовите, что это за 6 городов. Ну, пожелаем всем удачи, ну а мы продолжаем нашу беседу. Современный цирк, он собой сегодня что представляет? Потому что люди, которые приходят, они видят фойе, буфет со всякими вкусняшками, очень много интересных забав для детей, естественно, магия тяжелых бархатистых штор. Заходишь внутрь, посадочные места, кресло, зрительный зал, 13 метров арены и ожидание чуда. А сам современный цирк — это? Это цирк. Ну, я имею в виду, что же скрыто от зрительских глаз? Как он работает? Какой там механизм? Ну, дело в том, что механизм работы цирка – это вся та работа за кулисами, которая проводится для того, чтобы зритель увидел зрелище в манеже. А зрелище, в общем-то, это, ну, как квинтэссенция всей той работы, которая… Подготовительная работа, репетиционная работа. Вот просто признаюсь честно, я вот насколько знаком с театральной закулисной сферой, вот настолько же не знаком с цирковой. А ведь я подозреваю, что это огромный штат сотрудников, это административный блок, это технический блок, это те люди, которые ведут всю подготовительную работу. Много у вас их? Ну, начнем с того, что, во-первых, это в первую очередь, наверное, творческая составляющая. Это в первую очередь. Это наш оркестр, это наш балет, это наши службы света, звука. Те люди, которые непосредственно занимаются подготовкой и проведением представления. Ну и плюс ко всему прочему, да, абсолютно вы правильно сказали, это еще и техническая служба, это и административная служба, это служба организации зрителя, это, ну, перечислить очень всех достаточно, так сказать, сложно. Ну и плюс ко всему прочему, еще и плюс гостиница, которая у нас имеется. Ну, общий штат насчитывает на сегодняшний день 127 единиц. Ну, достаточно серьезная. Давайте поаплодируем тем людям, которые дарят нам каждый вечер, а то и по несколько раз в день, на манеже цирк, этот прекрасный праздник. Ну, а напомню, что нашу программу открыло прекрасное выступление прекрасных артистов, артисты оркестра Гомельского цирка. И признаюсь честно, что для меня было откровением. Четверть века этим оркестром руководит Валерий Александрович Гринкевич, который сегодня у нас в студии. Вот сколько? Давайте встречим его. Почти. Чуть меньше. Валерий Александрович, вот позвольте высказать свое небольшое мнение. Вот сколько раз прихожу на представление в цирк, я вижу постоянно вас со спины. Так, как и все зрители. И мне крайне приятно, что сегодня вы находитесь у меня в студии. Повезло. В студии программы «Доброго вечера». Еще раз ваши аплодисменты. Добрый вечер, Валерий. А когда же вы сами пришли в оркестр? Это же ведь было почти 4 десятка лет назад. Ну да, 38 лет почти назад. 29 декабря 1980 года. То есть вы даже хорошо помните тот день? Да. Накануне Нового года. Я даже помню, декабря. Как я был одет. И где это все произошло. То есть накануне Нового года вы решили... Ну да, не я решил. Пригласили? Я решил. Я решил стать космонавтом, но не приглашали. Да, пригласили на работу. Позвонил Рома Литманович, у нас такой трубач был. Говорит, не хотел бы ты поиграть в оркестре? Даже не спрашивал, сколько зарплата. Сразу спросил, когда прийти на репетицию.
Ну, нравилось. Я студентом ходил. Студентом музыкального училища Соколовского. Я иногда захаживал в цирк, потому что как оркестр играл, это была фантастика. На самом деле сильнейшие составы были. Просто обалденные. Вот. И некоторые студенты там подыгрывали, старшекурсники. Мне это было интересно. Я заходил в цирк, и, конечно, это завораживало просто. Ну, вот то впечатление, оно сразу вас захватило? Или все-таки шли, ну, поиграть, потом, ну, все-таки молодой, перспектив много, и тут раз задержались на 4 десятка лет без малого? Нет. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, такой... Поначалу хотелось попробовать, смогу ли я это раз. Во-вторых, потом это все как-то затянуло, понравилось. И с каждым годом все больше и больше и больше и больше. А потом не так-то, в общем-то, и легко быть музыкантом именно циркового оркестра. Помимо того, что сейчас чуть полегче, что скрывать, потому что фонограммы присутствуют в оркестре, вот, в смысле, в программе. Ну, какими бы фонограммы ни были, но все равно цирковой оркестр, который открывает, который дает первый сигнал, первый залп, когда светят, начинают светить пушки, и появляется вся эта волшебная иллюминация. Именно с оркестра начинается? Ну, конечно, с оркестра. Все волшебство. Да, да. В принципе, мы даем вот тот первейший импульс для того, чтобы уже оно понеслось все, чтобы цирк начался. Конечно. Скажите, а вот если касаться не только циркового оркестра, а в принципе профессии музыканта, как получилось? Вы сами выбрали музыку или профессия решила вас избрать? Все-таки профессия музыканта — это тот мир, куда двери открыты далеко не всем. Равно как и в принципе в мир цирка. Ну да. Это... Я не знаю, я, честно говоря, начал-то заниматься музыкой со среднеспециальной. С США, с обыкновенной школой, десятилетки. Раньше, в те времена, много было оркестров детских в каждой школе, причем крупных оркестров, там и по 20, по 25, по 40 человек. Раньше это было развито, вот, в те годы, это там, 60 с копейками, года, 1900. Вот. И вот я играл в духовом оркестре, потом школа музыкальная, потом музыкальное училище. Но никто из моих близких, в общем-то, этим ремеслом музыкальным не занимался, хотя семья достаточно большая, фамилия большая. Вот. То есть вы решили не перенимать, там, например, профессию отца или пойти по стопам старших кого-то там родственников, решили вот... Ну да, так получилось. Отец у меня обыкновенный шофер, царство небесное. Мать, в общем-то, тоже к музыке не имеет никакого отношения. Это по, будем так говорить, по образованию. Сейчас маме вот ожидаемый 82 года, дай бог ей здоровья, поет просто блестяще, просто блестяще. Точно, ну, обалденно. И в свое время, когда был жив отец, они иногда там, понятно, там посиделки там так, туда-сюда, не дуэтом очень великолепно пели, поверьте на слово. Просили вас помочь аккомпанементом? Все-таки сын музыкант. Ну, было дело что-то по молодости. И трубу брал там, что-нибудь такое подыгрывал, конечно. Скажите, сейчас вот вы дирижер и художественный руководитель. А сами-то часто берете трубу в руки? Ну, будем так говорить, раньше достаточно часто. Сейчас уже чуть поменьше, потому что музыкант-духовик, он духовик до определенного возраста. Потом начинаются возрастные изменения, я имею в виду, и прикус зубной там, и какие-то жизненные травмы губ. То есть уже, да, конечно. Плюс накладывает отпечаток вот эта работа на постоянных гастролях в шапито, понимаете, где температура. Это же не то, что там камерное все такое, знаешь, бабочку одел, и ты вышел в шапито. Там... А со стороны-то кажется именно так. Ага. А когда в шапито плюс 55, и 3 спектакля в субботу, и 3 в воскресенье. За этот героизм. Аплодисменты. Ну, на самом деле. Вы знаете, друзья, у нас к нам подключились наши телезрители. Кто-то к нам дозвонился в прямой эфир. Нашего доброго вечера. Алло, давайте с вами знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Меня зовут Алина. Алина, очень приятно. Откуда вы нам звоните? Из Гомеля. Замечательно. Алина, скажите, а за что вы любите цирк? Ну, знаете, это как сказка и сочетание, наверное, театра и
ну, вот когда показывают там вот животных для детей, и театр, и зоопарк, и просто вот сказка, и радость, мне кажется, вот так вот. И вот как-то вот из детства просто самые такие интересные впечатления. А сегодня в наши дни часто ходите в цирк? Ну, да. Стараюсь с детьми ходить. Ну, с первым ребенком, да, ходили часто. На каждый... Вот приезжает в цирк, мы стараемся ходить. А сейчас вот тоже надеюсь, что если отвечу правильно... Хорошо. Вопрос на память нашего эфира? Да. Ну, если вы мне повторите, то, конечно... Итак, вопрос у нас такой. Проект здания цирка был предназначен для постройки в 6 городах Советского Союза. Яков Михайлович, вы тоже внимательно следите за ответом? Так, я буду экспертом. Да? Я не знаю, конечно... В каких городах, Алина? Так, я думаю, что Гомель, Краснодар, Николаев, Запорожье, Ставрополь и Грозный. Яков Михайлович, что скажете? За исключением одного города, 5 городов назвала правильно. Кроме Николаева. А, кроме Николаева. В Николаеве не было стационарного цирка, там был все время передвижной цирк. Но 5 цирков, это здорово, это молодец просто. Итак, Алина, в любом случае эти аплодисменты вам. Молодец. То есть один пригласительный на ее жизнь. Уже на полтора заработала. Или все-таки сможем вручить Алине? Все-таки практически все. Я думаю, что да, потому что 6-й цирк достаточно сложный. Он был построен в Сибири, это абсолютно нетипично было, и его мало кто знает. Алина, я не могу возразить против слов Якова Михайловича Лобовича, генерального директора Гомельского государственного цирка. Мы поздравляем вас, эти 2 пригласительных билета. Так что готовьтесь прийти на новое представление в Гомельских... Сколько лет второму ребенку? Сколько лет второму ребенку? Алло, Алина, вы с нами на связи? Нет, пошла готовиться в цирк. Алина, в любом-то случае, мы поздравляем вас с правильным ответом. Аплодисменты вам. А где в Сибири? А где в Сибири? Временовые? Да? Ну, а мы продолжим наш эфир. Вот вы знаете, остановились мы на теме циркового оркестра. Расскажите, а легко ли попасть в состав оркестра? Как вы подбираете музыкантов себя? Ну, последнее время, честно говоря, очень и очень сложно с кадрами, будем так говорить. У нас даже иногда и вакансии по длительное время есть, незаполняемые, потому что... Ну, вот так почему-то сложилось. Вот. Понятно, что оркестр, в общем-то, один из ведущих коллективов и сильнейших коллективов в Гомельской области, я имею в виду в исполнительском мастерстве. Поэтому просто человек из улицы, разумеется, попасть не может. Понятное дело, что... То есть существует какой-то кастинг? Да, конечно. Вот я к чему? Просто вы сказали, что оркестр цирка, он имеет свои особенности, например, от эстрадного оркестра, тот, который работает в театре или на эстрадной сцене. А в чем эти особенности? Ну, многие люди, вот которые там выходят из цирка, иногда что же, ты выходишь вместе с ними, там прислушаешься. Скажите, пожалуйста, какая умная лошадка? Она под музыку танцует там? Или медведь-цыганочку прямо вот, ну, оркестр играет, а на самом-то деле все наоборот. Это же оркестр играет под лошадь. Вы даже для меня сейчас открыли большую тайну. Да. Особенно очень интересно, когда лошадка только замахнулась, и оркестр там, а надо бум сделать сильную долю, а она еще никак не опустила. А потом, опять же, в цирке артист не получился трюк. Да? Он пошел второй раз на трюк. А музыка у меня закончилась. Это же не то, что, знаете, как там где-то аккомпанирующий состав, там где-то, ну, предположим, там филармонии или на эстраде. Куплет, запев, припев там этому вокалисту проиграли. А вот здесь вот это надо все, потому что иногда даже люди со стороны там смотрят, я чуть ли не этими самыми, не на пальцах объясняю, там музыкантам быстро там какая-то цифра там или крутите еще там, потому что это же, ну, это все живо. То есть, если я правильно понимаю, то в большинстве от дирижера и от оркестра зависит, насколько эффектным
получится тот или иной номер того или иного артиста в цирке. Конечно. Не всякого сомнения. Конечно. Безусловно. Друзья, эти аплодисменты вам, дорогие друзья. Ну и, конечно, я предлагаю прямо сейчас посмотреть еще один небольшой фрагмент выступления оркестра Гомельского государственного цирка. После продолжим знакомиться с особенностями циркового искусства и ждать в гости наших дорогих артистов. Не переключайтесь. Дорогие друзья, наш эфир продолжается, и вы знаете, с огромной радостью и с большим удовольствием спешу пригласить моих следующих гостей. Молодая, талантливая актриса, продолжательница известной цирковой династии Алиса Нестерова сегодня у нас в гостях, и артист цирка Николай Кормильцев. Давайте искупаем их в продолжительных овациях. Ребята, здравствуйте, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Опять-таки, у меня небольшое откровение. Первый раз вот так вот, ну, можно сказать, без грима вижу близко артистов. Обычно вот яркая одежда, какие-то там яркий грим, яркий макияж, все вот эти вот театральные, цирковые штуки. А тут вот раз и здрасте, добрый вечер. Как доехали? Прекрасно. Без происшествий. Николай, а то вот как-то вы спонтанно... Подождите, я вам помогу. Вы пока рассказывайте, как вы доехали, а я помогу вам. А это нормальная история со мной. Вы держите лучше в руке эту вот штуку. Ну что да, это прямой эфир, все у нас бывает. Нет, бывает это... и так. У меня всю жизнь прямой эфир. Кстати, вы, вот если по большому-то счету разобраться, то выступление на арене цирка, вот циркового представления, по большому-то счету это тоже прямой эфир. И нужно просчитать все до мелочей, все до миллиметра, чтобы все было чесночек. Хотелось бы начать сразу с программы. Новая программа – это «Цирк Никулина и белые тигры». Расскажите подробнее о ней, в чем уникальность, чем будете радовать, удивлять, впечатлять наших зрителей. Я не белый тигр. Не знаю, мне кажется, по моему мнению, собралась очень прекрасная программа из замечательных артистов, талантливых, и в каждом номере есть какая-то вот определенная изюминка. Это... Не знаю, вот я сегодня смотрела прогон, и мне очень понравилось. Я думаю, что зрителям тоже очень запомнится, потому что в каждом номере есть что подчеркнуть. Где-то это трюки на грани, где-то это эстетическое наслаждение, где-то также дрессура, где-то общение с животными. И настолько она разнообразна, и настолько много жанров представлено. Думаю, Алиса, вы сказали и про трюки на грани, и про эстетическое искусство. Но ведь вы и воздушный гимнаст, вы и дрессировщик, и тигров, и собак. Вот как такое разнообразие может сочетаться в одной хрупкой, красивой девушке? На самом деле, дрессура была вот первым, что было в моей жизни, это дрессура собак. Я начала еще вообще с детства, то есть у меня в 10 лет меня выпустили сольным номером. Вот, я начала работать с собаками. Потом я всю жизнь мечтала стать воздушной гимнасткой, хотя очень, ну, очень боюсь высоты. Угу. Вот, но это была моя мечта детства, и я очень поздно начала, но я стала этот... А поздно по цирковым меркам это сколько лет? Ну, я начала 18 лет, это уже довольно-таки поздно, потому что нужна и хорошая растяжка, и чтобы...
гибкость была, но это надо было развивать намного раньше, чем я начала. Расскажите, а вот, возможно, я неправильно что-то понял или не дочитал эти материалы, которые, заметки, которые находил о вас, о вашем творчестве, о вашей семье. То, что касается воздушной гимнастики, там произошла какая-то история, с чего все, собственно говоря, началось? Просто с элементарного желания, а не попробовать ли? Ну, да, я как-то все, ну, как я стеснялась, мялась, потом уже подошла, ну, сказала, говорю, ну, а можно? И, ну, мне сказали, вот, пожалуйста, лежат полотна, это единственное, что было какой-то вот снаряд, который у нас был, лежат полотна, иди делай. Но мне кажется, когда мне сказали мои родители, иди репетируй, иди делай, то они были в полной уверенности, что это не пойдет дальше репетиции, потому что это... Например, жанр, в котором я работаю, это полотно, в нем не предусмотрены страховки, есть только полотно, которое ты обматываешь вокруг себя. Это единственная твоя страховка, это твои ноги и руки, и все. И мне кажется, родители, ну, вообще для моей семьи очень нервно смотреть это все, но... А в вашей семье родители и ваша сестра, они занимаются дрессурой? Гимнастикой занимаетесь только вы? Нет, нет, нет. Я гимнастикой Рассказывайте занимаюсь про свою так... династию. Гимнастикой занимаюсь так, как я об этом мечтала. У меня моя двоюродная сестра Екатерина Шустова, она являлась очень долгое время артисткой цирка «Дю Солей», и она является в России, да и в мире, одной из самых сильнейших гимнасток на полотнах, воздушных. И для меня она как такой большой пример. И вот из всей семьи нашей большой, вот именно она является таким эталоном воздушной гимнастики. Николай, почему из всех жанров вы дали предпочтение именно клоунаде? Ну, вы же видите, что происходит. Я просто из неловкости сделал профессию, только все. По-другому мне как бы ни в какую другую профессию просто с таким двигательным центром, как у меня, просто соваться нет смысла, потому что это просто неудача. А здесь вот, пожалуйста, еще и деньги платят. Давайте поаплодируем нашим замечательным артистам. Друзья, впереди еще много интересных моментов, очень много интересных вопросов и интересного видео, которое мы хотим вам показать. Давайте прервемся на небольшую рекламную паузу. После мы увидим, как Алиса Нестерова общается с живыми тиграми за кулисами и какие у нее очаровательные собаки, и что они умеют выполнять на арене цирка. Не переключайтесь, все это после рекламы. Друзья, наш эфир продолжается. Это программа «Добрый вечер, Гомель. Ура, ура! Я в цирк иду». Именно эта строчка из легендарной песни стала названием нашего сегодняшнего эфира, потому что у нас в гостях сегодня именно те, кто 17 марта выйдет на манеж Гомельского цирка, дарить вам лучезарность, хорошее настроение и массу положительных эмоций. Ну и вы знаете, один комплект пригласительных билетов у нас уже разыгран. Он, если не ошибаюсь, нашу зрительницу зовут Алина. Именно она выиграла эти два билета. Но есть у нас еще пригласительные билеты на это представление, но их получит тот человек, который правильно ответит на наш следующий вопрос. Итак, внимание. Памятник знаменитому советскому клоуну Карандашу торжественно был открыт у Гомельского госцирка 1 июня 2006 года. А как же зовут скульптора, который создал этот памятник? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и, конечно же, предлагайте ваши варианты ответов. Ну а мы тем временем продолжим изучать тех людей, которые сегодня так близко находятся около меня. Это артисты, замечательные артисты, которые выйдут на манеж дарить вам свое творчество 17 марта. Собак я обещал показать нашим зрителям. Все-таки вот, Алиса, тоже такой вот странный подбор животных. Тут хищники, тут, ну, казалось бы, те, кто может погавкать, покусать, но большого вреда не причинит и больше вызовет умиление. Кто появился первый, собаки или тигры? Собаки. Конечно же, собаки. Собаки с детства. Это такая мой душевный любимый номер. Отдушина такая. Да, в который я вкладываю также очень много любви, потому что для меня, у меня очень разношерстная, разнопородная команда и очень разные собаки. И мне важно
Важно показать не то, насколько там вот хорош дрессировщик и как вот он может выдрессировать. Мне важно показать, какие разные бывают собаки, какие разные у них характеры, какие прекрасно они могут делать, выполнять элементы. Причем мы стараемся так делать, что вот они сами что-то предлагают, мы это подкрепляем, и вот практически все, что... Примерно так вот, что-то вот мне... Давай я вот лучше, вот посмотри, вот сделай... Ну вот что я хочу сделать, поувидь, да. Пожалуйста. Все именно так происходит. Я к чему? Все люди делятся на тех, кто любит кошек и собак. У вас же получается микс, что ли? Ну, тигры... Все-таки они хищники, и они хоть и кошки, но они и тигры, и белые. Для меня, я буквально недавно была на выступлении как бы обычных рыжих тигров и поняла, что все-таки для меня... Для меня вот белые, это, не знаю, они меня очень завораживают. У них какой-то свой магнетизм есть, своя какая-то магическая... Но к ним мы вернемся, продолжим тему собак. Я хочу сейчас предложить и нам, и нашим зрителям посмотреть небольшой фрагмент выступлений, номер с собачками. Внимание на экран, давайте посмотрим. Продолжаем наш добрый вечер. Присоединяйтесь к нашей беседе. Все-таки мы работаем в прямом эфире. Ну и не забывайте о том, что у нас есть вопрос за ответ, на который кто-то из вас получит пригласительный билет на цирковое представление. И мне подсказывают, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Давайте. Меня зовут Наталья. Меня зовут Александр. Рассказывайте, Наталья, а как часто вы посещаете наш гомельский цирк? Ну, по мере возможности, но достаточно часто. Вот ну, не каждое представление новое, но достаточно часто. Вопрос, который я задаю сегодня всем, а за что вы любите цирк? Я люблю цирк за детские воспоминания, которые он воскрешает. Угу. Ну и за, конечно, веселье, которое окружает цирки, за животных, за особенно за клоунов, которые дарят шарики. Наталья, ну и... Подождите, еще нет, еще не все. Еще за то, что в цирке сладкая вата, самая сладкая вата. Ну это же классика жанра. Да. Вы знаете, тоже обожаю сладкую вату, но я так понимаю, что есть у вас вариант ответа на наш сегодняшний вопрос. Да, есть. Повторить вам вопрос? Пожалуйста, если вам не трудно. Не трудно, сделаю это с огромным удовольствием. Памятник знаменитому советскому клоуну Карандашу торжественно открыт у гомельского госцирка 1 июня 2006 года. А вот как же зовут скульптора, который создал этот памятник? Ну, если мне не изменяет память, то это Вячеслав Долгов, если я правильно ставлю таблицу. Яков Михайлович. Абсолютно точно. Вячеслав Карпович Долгов, автор. Абсолютно точно. Эти аплодисменты вам. Ура!
Ну и пригласительные билеты также получите на представление цирковой программы, которая вот-вот начнется в нашем городе на арене Гомельского цирка. Оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, где и как вы сможете их забрать. Ну а мы продолжим наш цирковой вечер. Яков Михайлович, а вот ваш любимый цирковой... Наверное, может быть, я в какой-то степени некорректный вопрос задам. Но все-таки... Я отвечу, не волнуйтесь. Ваш любимый цирковой жанр? Цирк. Но в цирке есть и клоунада, есть и фокусы, есть и силачи, есть и акробаты, есть и дрессура животных. Абсолютно верно. Вообще в цирке 8 жанров. 8 жанров существует, а остальные все поджанры, которые разделяются. И выделять из них какой-то... который больше, который меньше. Мне нравится тот жанр, который нравится зрителю, потому что самое яркое впечатление, самое правильное впечатление – это когда ты смотришь в зрительный зал и видишь, что нравится зрителю. Потому что они голосуют рублем, они голосуют ногами, они голосуют за те впечатления, которые они должны получить. И если им нравится, значит, это уже хорошо. А выделять какой-то отдельный жанр – в цирке невозможно, потому что все жанры в цирке, они все хороши. И возвращаясь к тому вопросу, который вы начинали, так сказать, про театр, великий режиссер театральный сказал, что все жанры, они важны, и все жанры, они нужны, кроме скучных. Совершенно верно, это достойно аплодисментов. Валерий Александрович, позвольте вам один задать вопрос, раз у меня уже есть такая возможность. Вы знаете, неоднократно наблюдал еще в детском возрасте такие моменты во время представлений, когда идет представление на арене цирка, и здесь к тому или иному номеру подключается маэстро. Скажите, как эта связь происходит? Это спонтанность или все-таки это отрепетированные моменты? Ну, конечно же, вот перед тем, как у нас произойдет, например, премьера, мы до этого неделю репетируем, и вот во время этой недели рождается что-то такое вот необычное. Между прочим, вот с клоуном, с нашим, который будет у нас работать, мы уже сегодня даже обговорили кое-какие моментики, которые очень запросто могут в этой программе выскочить. Заинтриговали уже, можно собираться бежать в очередь в кассу за билетами, прийти посмотреть на то, что же может произойти. Но только скользко на улице, аккуратнее. Николай, возвращаясь к профессии клоуна, к тому жанру, который вы представляете, вот вы знаете, в моем понимании клоун – это веселый человек, который выходит, веселит. Ну, наверное, я ничего нового сейчас не открою. Но все-таки посмотрел ваши некоторые фотографии, ваши образы, ваши работы, открыл очень много новых граней в этом искусстве, в жанре клоунады для себя. Как рождаются эти образы? Расскажите. То есть, если я правильно понимаю, рождение нового образа происходит прямо сейчас в студии? Ну, нет, на самом деле ничего такого особенного нет. Просто когда актеру везет на режиссера, на художника по костюмам, на композитора, на исполнительские... Ну, все, что, короче говоря, все, что окружает художника, который должен выдать конечный результат, то есть то, что увидит публика, да, или зритель. Вот если все эти факторы складываются удачно, то там очень легко все происходит, потому что ты попадаешь в предлагаемые обстоятельства, которые сами каким-то образом нужно просто быть внутренне очень отзывчивым и пластичным, и они вдруг тебе показывают или как-то так начинают направлять. Чуть-чуть нужно вжиться вот то, что в ту ситуацию, в тот костюм, в тот музыкальный ряд, ту атмосферу, то освещение. В общем, во все, что тебя окружает, нужно раствориться в этом, и что-то в результате вдруг получилось. Я прекрасно понимаю, да. Но для большинства людей, для меня в том числе, клоун – это рыжий веселый человек с красным носом. Но у меня есть тоже. Ну, это безусловно. Это классика жанра. Наверное, красный нос и рыжий парик есть у каждого клоуна. Но все-таки, посмотрев ваши образы, там ну просто из мира фантастики можно что-то увидеть. Ну, да, конечно. Вообще-то... Бывает, что образ придет во сне? Во сне? Да, как вариант во сне? Да,
Да, очень даже вот запросто. Или, например, картины кого-то из великих могут спровоцировать рождение. Да, все что угодно может быть. Да, это, конечно же, и картины кого и во сне, и совершенно, или на улице ты вдруг что-то вот идешь, и перед тобой какой-то силуэт прошел, и как бы раз, и ты начинаешь его просто идти, отслеживать, как он идет, где у него центр тяжести, как руки, это, скажи, тяжелый он или легкий. В общем, вдруг ты поймал человека, который вот сделал за тебя всю работу. Просто его раз, надел на себя, и все, и пошел работать. Эти аплодисменты вам. Скажите, а придумать образ и примерить его на себя, это, ну, скажем так, полработы. Но нужно еще предугадать или спрогнозировать реакцию публики, и взрослой, и детской. Вот для вас кто становится той лакмусовой бумажкой, на ком, скажем так, вы проверяете и проводите испытания своего нового образа, скажем так? В целом весь спектакль. То есть отдельные моменты, конечно же, происходят. Ну, то есть на самом деле я не закладываю ничего. Нет, я к тому, может, кто-то из домашних, там, семья, дети. Нет. Нет такого. Наделся, ну, посмотрите. Нет, ничего такого нет. Да, во-первых, то, что готовится, это все готовится в цирке. То есть в репетиционном процессе нужно куда-то приехать, примерить, показать, посоветоваться, сказать, вот здесь, мне кажется, нужно, допустим, воротник поднять, чтобы у меня шея стала короче. Или вот тут вот там горб там добавить, или еще что-нибудь. Или обувь большего размера, чтобы походку изменить, или наоборот. Ну, то есть это очень такие вот вещи. Семья занимает, совершенно не участвует в этом моменте. Они уже видят, собственно говоря, тоже конечный результат. И вот в конечном результате семья участвует, потому что некоторые вещи пропускают. Нет, я имею в виду не день получки, конечно же. А у моей жены, у нее очень хороший режиссерский взгляд. Ну, она, правда, и закончила соответствующий институт театральный, именно по театральной режиссуре. Хотя ей это не хочется, она хочет быть актрисой и все такое прочее. Ну, так, все девочки хотят быть актрисами. Но никуда не денешься, но глаз у нее очень режиссерский. И бывает, когда спектакль, как бы на первую часть спектакля много сил и фантазии уходит, а вторую уже времени уже надо выпускать все, и что-то просто делаешь, ну, как бы вот, ну, сделали и все. Ну, она посмотрит и говорит: Кормильцев, а вот тут ты вообще события никакого не произошло. Просто поприсутствовал. И было неинтересно. И да, то есть, ну, хорошо. Но спектакль уже выпустился, можно доработать. Поскольку спектакль не один, а их это там, через несколько выступлений есть возможность все это поправить. Но так бы вот выпустился, и ну, работает и работает, проходит. А вот человек подошел и сказал: а вот тут у тебя недоработочка, мил человек. Эх, да, действительно. Ну, есть к чему стремиться. Ну да, вот. Эти аплодисменты вам. Алиса. Про собак поговорили, ваших лохматых, мохнатых, четвероногих увидели. Но давайте теперь заострим внимание на ваших милых и хищных. Ведь все-таки вы не по собственному желанию пошли туда. В клетку к тиграм, грубо говоря. Да. Супруг подсказал или заставил, или пригласил. Как это было, расскажите. Так получилось, что у нас у родителей в группе белых тигров родились тигрята. И было вот у нас 6 маленьких тигрят, и я просто знаю, пройдя хоть и через собачью дрессуру, да, то есть через дрессуру собак, я знаю, что этим надо, это очень много времени занимает, очень много сил. Вот это, ну, это жизнь, это вся жизнь там. И это много, можно сказать, что вот многодетная мать, можно сказать. Хоть они и животные, но это все равно дети. Это все равно малышня. Конечно. И я, честно, до последнего не хотела идти туда, хотя, например, для моего папы это была мечтой определенно, чтобы я пошла вот в клетку с тиграми, что это вот... А не акробатикой заниматься? Ну да, да, как бы. И это была определенная мечта, но я, может быть, в глубине души где-то очень хотела, но не сознавалась, потому что это очень тяжело, это адский труд просто. Это денно и ношно, ты там, у тебя нет ни отпуска, у тебя нет выходных. Ты постоянно там находишься, постоянно ты живешь этим, каждый день. И что сказал муж? Ну, он сказал, ему предложили, сказали, вот если вы сейчас не пробуете,
то все, мы их там вот куда-нибудь раздаем, пока они маленькие, нужно сейчас решать. Он сказал, я бы попробовал. А я понимаю, что нельзя. Человек, работающий с хищником, у него должен быть, как бы, это все равно это семейное дело, и должно быть, чтобы был человек, который всегда тебя подстрахует, и всегда с тобой находится, и вот как-то так получилось, он бы попробовал, а я пошла за ним. И сейчас вот мы работаем вместе с этими прекрасными животными. Ну, хищники, они какие? Они разные. Они разного характера, абсолютно. Ну, разного, ну, иногда разного настроения. Есть, но я не скажу, что агрессивные, а со своим норовом. Конечно. Не хочу и не буду. Есть, есть. Не то, что не хочу и не буду. Бывает настроение плохое. Бывает время, слишком рано, они спят в это время. Бывает так, что, может быть, где-то обделила вниманием, прошла там мимо, все, она обиделась на меня. И никак. Вы вообще. Знаете, я сейчас предлагаю посмотреть один эксклюзив, который, кроме как в программе «Добрый вечер, Гомель», здесь и сейчас, ну, практически, возможно, у вас в соцсетях это видео можно найти. Как вы общаетесь со своими хищниками, со своими за пределами манежа? Я попрошу нашего режиссера показать это видео. Давайте, друзья, на это посмотрим. Где мой кот? Вот мой кот! Я тебя тоже люблю. Люблю, люблю, люблю тебя. А где мой кот? Вот мой кот! Анфиса! Анфис, иди пить скорее, Анфисуль. Анфисуль, вставай попить. Анфиса, иди пить. Анфиса, вставай попить. Ну, Анфис. Анфиса, пошли пить скорее. Анфисуля. Вы знаете, друзья, если бы мне кто-то рассказал, что такое происходит с этими хищниками, которые работают на арене цирка, я бы в жизни не поверил бы в это. Но вы только что видели все своими глазами. Ну, а сейчас к нам присоединятся наши зрители. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Александр, и гости в студии. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Герасим. Очень приятно, Герасим. С какими мыслями пожаловали к нам? Кстати, как часто посещаете цирк и что? Очень редко. Нравится очень редко, но люблю цирк за волшебство, за доброту, за красоту и за клоунов. Я спасибо вам большое. Написал, успел написать, сиди спеть клоуна. Я стараюсь часто не улыбаться, но что мне делать? Я смешной, глаза от смеха в ночь слезятся, когда смотрю я в зеркало порой. Я над собой смеюсь всегда, ребята, ведь рыжий я, как клоун на ковре. Работал в цирке я когда-то, но цирк уехал в январе. На краю забытом богами людьми я по гомельскому цирку вновь скучаю. Если есть у вас хоть капелька любви, верните клоуна, я без цирка умираю. Спасибо вам. Спасибо вам большое за эти стихи. Немного времени у нас остается, но достаточно еще большой объем той информации, которую хотелось бы узнать. Яков Михайлович, неоднократно звучала информация о том, что уже этой осенью нас ожидает глобальный цирковой фестиваль. Расскажите детали, подробности, что ожидает Гомель, области и всех любителей циркового искусства. Ну, сами сказали о том, что это глобальное будет событие. Надеюсь, что, может быть, оно не совсем глобальное, но масштабное это точно. У нас впервые будет проходить международный фестиваль циркового искусства. Планируется, по крайней мере, в сентябре месяце, во второй половине сентября. Организаторами выступать будет Министерство культуры нашей страны, цирк братьев Запашных, Гомельский облсполком и наш цирк. Четыре, так сказать, соучредителя, чтобы. Планируется провести здесь участие двух программ. Количество участников и почетных гостей порядка больше 100 человек. Это очень масштабное будет
события. Будет очень масштабное зрелище. Будут представители циркового искусства порядка 12-14 стран. Название ему, значит, это будет как бы продолжение фестиваля, который проходит в Москве, в цирке «Братьев Запашных». В этом году проходить будет уже 5-й фестиваль. Он называется у них «Идол». У нас он будет называться «Идол Беларусь» в 2018 году. Ну, если я могу правильно предположить, по всем техническим параметрам, как говорится, по техническому райдеру, гомельский цирк более чем подходит. Мы соответствуем, потому что у нас в позапрошлом году работали запашные. Они обратились ко мне с таким вопросом, насколько, так сказать, мы готовы и хотим ли мы проводить такой фестиваль. Я ему объяснил, что если будет согласие министерства, нашего министерства, согласие министра, то мы практически, в общем-то, у нас вся техническая база, вся инфраструктура у нас имеется. И для проживания, для питания, для приема гостей, для отправки гостей. И все то, что необходимо, мы попытаемся провести на самом высоком уровне. Сейчас идет такая подготовительная, невидимая для кого, но подготовительная очень серьезная работа. Организационные моменты уточняются. Создается дирекция для проведения фестиваля. Оргкомитет уже практически создан. Получил одобрение у нашего министра. И вот буквально где-то, предполагаю, что в конце следующей недели уже будут вырисовываться контуры этого фестиваля. То есть я так понимаю, что наперед заранее забегать сейчас не имеет смысла, а просто накануне фестиваля, это уже осенью этого года, я хотел бы видеть вас снова в студии «Доброго вечера» с гостями, артистами цирка, которые придут и расскажут все детали, подробности, ну и, скажем так, удивят... Даже не удивят, впечатлят наших зрителей. Попробуем привести такую большую передачу с участием запашных, для того, чтобы это было действительно очень интересно, для того, чтобы это было, как говорится, смотрибельно. Ну и уверен в том, что это событие, оно будет очень ярким, очень впечатляющим. И даст Бог, так сказать, оно будет первый раз, но не последний. Давайте поддержим это мероприятие аплодисментами. После небольшой рекламы снова вернемся в эту студию. Несколько мгновений остается у нас сегодняшнего доброго вечера. Увидимся после рекламы, не переключайтесь. Итак, друзья, буквально несколько мгновений заканчивается, остается до завершения этого волшебного циркового вечера. Несколько вопросов из Вайбера, которые вы нам прислали. Всегда хотела попасть за кулисы цирка. Почему не делаете туда экскурсии? А, Яков Михайлович? Есть несколько обстоятельств, которые не позволяют этого делать, в том числе и санитарно-ветеринарные правила. Не может быть контакт, так сказать, зрителя с животными в силу того, что есть определенные ограничения. Та же Алиса, она относится к своим питомцам, как она объяснила, как к детям. Если, не дай бог, что-то случится с этим питомцем из-за того, что кто-то придет в грязной обуви, так сказать, и занесет какую-то инфекцию, ну, это будет просто непростительно. Потому что может труд быть, здесь сумасшедший. Строился... Потерять можно в течение секунды. Строился в том отношении, вот между цирковыми программами посмотреть, как устроен цирк, побыть за кулисами, вот увидеть. Или пусть это остается тайна, пусть волшебство останется. Вы понимаете, волшебством. Для того, чтобы показать всю, так сказать, хотел бы употреблять слово изнанку, подноготную, но исчезнет, в общем-то, вот та магия, которую мы привыкли смотреть. Почему? Потому что. Мы не можем этого позволить, пусть магия остается. Ну, вы же прекрасно понимаете, если человек приходит, может, такое бытовое сравнение, если он приходит в ресторан, ему совершенно неинтересно пойти на кухню и посмотреть, из чего приготовлено. Ему хочется покушать, чтобы было вкусно. Естественно. Наверное, надо, чтобы было вкусно то, что они приходят и посмотрят в манеже, чтобы это было вкусно. Еще один вопрос. Скажите, а почему в летний период цирк не работает? Вопрос от Игоря. Так хочется праздника и летом. Нисколько не возражаю, если этот Игорь и вместе с ними все остальные, они будут во время лета, в период отпусков и школьных каникул, если они будут оставаться в Гомеле, будут приходить в цирк, мы будем с радостью их принимать. Беда в том, что у нас гомельчане очень любят свои дачные участки и очень любят отдыхать где-то иногда на море.
И поэтому в силу оттока, так сказать, так называемого зрителя, мы вынуждены делали этот перерыв. Кроме всего прочего, цирк не может работать долгогодично, поскольку надо же иногда еще чуть-чуть что-то привести в порядок, чтобы зритель приходил в цирк и видел праздник, а не видел ремонтные работы. Поэтому нам надо тоже время, чтобы подготовиться и чтобы приготовиться к следующему сезону, и чтобы не разочаровывать зрителя. Я выражаю огромную благодарность за то, что вы сегодня побывали у нас в этой студии. Честно-честно очень ждал этой встречи. Спасибо вам, ребята, за то, что нашли время. Я понимаю, что до начала первых сигналов новой программы в Гомеле остается все меньше и меньше времени, поэтому приглашайте зрителей. Ну, а мы вам тоже благодарны за то, что, в общем-то, вы дали возможность еще раз соприкоснуться нашим уважаемым зрителям с тем чудесным цирком, чудесным видом искусства. И еще раз показать о том, что цирк в Гомеле интересен. Нас это радует. Спасибо вам. Николай, Алиса, приглашайте ваших зрителей уже совсем скоро. Приходите, пожалуйста, к нам сюда в цирк, потому что Гомельский цирк – один из уютнейших цирков, которые я знаю. И тем более у него такая богатая история, поэтому он такой уютный, оказывается. Я до этого не знал. Так что, пожалуйста, приходите, будем вас ждать. Алиса. Я поддерживаю и хочу сказать, что действительно цирк все еще может удивить, удивлять. И так что приходите всей семьей, и скучно никому не будет. И для каждого члена семьи найдется то, что ему понравится, то что ему будет по вкусу, конечно. Валерий Александрович. Абсолютно с Алисой. Приходите в цирк. Каждый зритель найдет для себя, потому что очень же сложно, что пришел и человек, и вот ему нравится все, или нравится это. Всегда найдет свой зритель, найдет своего артиста, и артист найдет своего зрителя. Всегда. Мне остается попросить наших зрителей... Такой же вопрос ко мне и ответ. Любите цирк, потому что цирк – это самое лучшее место в мире. Так сказал Анатолий Васильевич Луначарский, ему можно было верить. Давайте искупаем наших зрителей, наших гостей в бурных аплодисментах. Ну а мне остается добавить, что, друзья мои, завтра будет новый вечер, и он обязательно будет добрым. Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомеля». На сегодня все. Удачи вам, пока.